Ребят, как сэкономить на ровном месте? Вообще огонь, была распродажа по 500 рублей. Фонарики, ну, до кучи. Взял ребенку еще краски, стол ее красить. Ее такой фонарик взял, над рабочей зоной повесить. Там клей всякий разный. Строительные магазины, это зло. Просто зло. Даже тачку, видите, еще не разгружал. Ладно, поехали. Сейчас Андрюха должен приехать. Будем варить сегодня. Ну, как всегда, если что-то делать, делать в темноте. Сейчас будем менять. Та-дам! Ну все, стало ярко, ребят. Можно нормально ходить. Ох, вот такая вот лампочка. Ну, стандартные офисные, ребят. Ничего здесь не придумывал. Вот этот блочок, думаю, вскрыть сейчас, посмотреть, что там такое в нем происходит. Вот здесь вот. То ли из кабель канала он сделан, то ли из чего. Но, или не сейчас. Сейчас, если честно, времени не сильно много. Но, как бы вскрыть-то я точно его вскрою. О! В принципе, замена быстрая. Но теперь хотя бы здесь можно что-то делать и ходить. Осталось поменять здесь. Здесь темно. Все, мастерская со светом, это радует. Можно спокойно здесь работать теперь. Ждем Андрюху. Ребят, как всегда, запомните, самое правильное, когда вы что-то собираетесь делать на улице, какие-нибудь сложные работы, обязательно дождитесь темноты. Будет классно. Сейчас увидите. Пошли поздороваемся с дяденькой. Скажите здрасте, дяденька. Здрасте, дяденька. Вам же сзади надо? Нет, нам сбоку надо. С обоих сторон? Нам вот сюда надо. Вот примерно вот сюда. Я же говорю, самые сложные работы всегда только ночью. Ну, а иначе никак. Понятно, ну заезжайте. Так, чтобы передние колеса спустились чуть-чуть. Ну ты почувствуешь. Никогда так не делайте, очки одевайте. Нужен твой совет. Ну что, мы что-то доварили. Как всегда, ночь. Пол первого ночи. Все работы важные нужно вести ночью. Никто не отвлекает. Никто не отвлекает, да, Андрюх? Да. Вот никто это не тоже не отвлекает. Видите, вообще ничего не сделано. Но зато мы сварили. Да. Да. Если в темноте что-нибудь видно будет, в конце покажу. Пока.